Скажу честно, я здесь первый раз, и, конечно, мне было страшно, я обманывать не буду. Мужчины вообще сами по себе гораздо более боязливые, чем женщины всех этих медицинских процедур. Поэтому волновался, но здесь так все организовано, что волнение потихонечку уходит с каждой минуты, как ты здесь находишься. А почему я здесь? Потому что можно много говорить о том, что ты хочешь помогать детям, хочешь помогать миру. Вон, Запад тоже говорит, что он хочет мира на Украине, но каждый день поставляет туда оружие. Поэтому не слова, а дела определяют жизнь человека. И, на мой взгляд, вот эта акция, которую организовал Красный Крест, и вообще белорусский Красный Крест, он, наверное, лидер во многих сферах, она прекрасная. Она объединяет многих известных людей, которые подают пример, а вслед за нами пойдут и другие люди. Вот я лидер партии, я надеюсь, что за мной, я уже знаю, приедут члены партии ЛДП. И так должны быть каждый. Вот кто-то лидер в спорте, за ним спортсмены. Кто-то лидер на работе, за ним его работники. То есть мы должны показывать пример. Я считаю, что каждый человек хотя бы один раз в жизни должен сдать кровь. Это необходимо, потому что мы не знаем, как сложится сегодняшний день, как сложится завтрашняя наша жизнь. Возможно, нам понадобится порция крови, возможно, понадобится нашим близким, нашим родным. И я хочу акцентировать внимание на том, что сдавая сегодня одну порцию, всего лишь одну порцию крови, мы спасаем 3 человеческих жизни, потому что из нее получают 3 очень важных жизненно необходимых компонента. Поэтому мы должны об этом помнить всегда. И безвозмездное донорство, в моем понимании, это и человечность, и гуманность, и интеллигентность. Потому что человек тем самым абсолютно безвозмездно, от чистого сердца, жертвует частички себя для спасения чьей-то человеческой жизни. Не могли не приехать, потому что сегодня Международный день доноров крови. Минздрав – это наш коллега, это наш партнер. И здесь на площадке образовательного центра Красного Креста проходит уникальная акция. Красный Крест – это тоже наш партнер, давнишний партнер. В 2018 году мы с ними заключили соглашение, и мы действительно пошагово двигаемся вперед в своем сотрудничестве.